Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор». Сегодня мы рассмотрим кофемашину от компании Philips EP3519. Все ссылки на актуальные цены будут в описании к этому видео. Я очень старался собрать всю информацию о модели, написать сценарий, озвучить и смонтировать данный обзор. Буду очень рад, если вы поставите лайк этому видео. А если вы еще и подпишетесь на канал, то будет просто замечательно. Дисплей LED, управление кнопочное, объем 1,8 литра, объем контейнера для отходов 15 порций, объем контейнера для зерен 250 грамм, высота чашки 152 мм. Кофемашина не занимает много места благодаря компактной конструкции, а вместительные контейнеры для зерен, отходов и резервуар для воды не требуют частого наполнения или опустошения. Интеллектуальная автоматическая кофемашина гарантирует максимальное удобство использования и производительность благодаря высокой емкости резервуара для воды, контейнера для кофейных зерен и контейнера для отходов. Интуитивно понятный дисплей показывает всю необходимую информацию для того, чтобы вы могли с легкостью управлять кофемашиной и в полной мере использовать все ее возможности. Индикация в виде значков поможет разобраться в настройках и обслуживании. Регулируемый носик эспрессо кофемашин подходит для любых чашек, к тому же он исключает разливание и охлаждение напитка. Подавайте кофе идеальной температуры и поддерживайте чистоту кофемашины. Жернова кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 тысяч чашек кофе. Размеры кофемашины – 22 см в ширину, 33 см в высоту, глубина – 43 см, вес – 7,2 кг, цвет черный. Фильтр для воды AquaClean. Запатентованное решение «Фильтр для воды AquaClean» гарантирует максимально эффективное использование автоматической кофемашины. Заменяя фильтр каждый раз после отображения напоминания, вы сможете готовить до 5000 чашек кофе без очистки от накипи и использовать чистую воду без примесей. При установке фильтра AquaClean в кофемашину уведомления об очистке от накипи автоматически отключаются. Настройте и сохраните свой собственный профиль. Сохраните оптимальный объем для любого вида кофейного напитка. Вы сможете одним нажатием кнопки готовить эспрессо, классический кофе и любые другие напитки так, как нравится именно вам. Три превосходных кофейных напитка на выбор в вашем распоряжении. Готовьте любимые кофейные напитки для любых случаев. Бодрящий эспрессо, классический кофе или кофейный напиток на основе молока. С помощью полностью автоматической эспрессо-кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе. Классический капучинатор используется для приготовления с помощью пара нежной молочной пены для вашего капучино. Кроме того, очистка классического капучинатора не займет много времени, поскольку он состоит только из двух деталей. Выбор объема напитка – 5 настроек крепости и 5 степеней помола. Эта полностью автоматическая кофемашина имеет набор полезных функций, которые помогут приготовить вкусный кофе так, как нравится именно вам. Выбирайте и сохраняйте в памяти крепость, объем и температуру для каждого вида напитка. Экспериментируйте и изобретайте новые сочетания. Кофе. Иногда хочется выпить превосходный и насыщенный кофе, не содержащий кофеина. Благодаря возможности использования молотого кофе, вы сможете в любое время приготовить чашку кофе без кофеина. Термоблок. Благодаря термоблоку вы сможете готовить кофе и капучино неизменной идеальной температуры. Секрет заключается в легком корпусе из алюминия и нержавеющей стали. Он быстро нагревается до нужной температуры. Варочная группа. Это основной элемент любой автоматической кофемашины, которую необходимо регулярно очищать. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды. Очистка. Эта кофемашина оснащена технологией автоматической очистки контура водой перед выключением и включением. Поэтому кофе всегда будет вкусным и ароматным. Регулярная очистка от накипи продлевает срок службы прибора. Кофемашина не только сообщает о необходимости проведения очистки от накипи. На дисплее отображаются пошаговые инструкции, помогающие ее выполнить. Я проанализировал отзывы реальных пользователей и сейчас расскажу вам то, на что в основном жалуются обладатели данной кофемашины. Полная очистка занимает длительное время, через месяц использования сломалась, короткая трубка для капучинатора, в высокой чашке нельзя взбить молоко. Расход кофейных зерен впечатляет, только успевай заправлять. Шумная, плохо прокачивает фильтр. Максимальный объем эспрессо не более 70 мл. Бесит только ненужное отключение, выставил максимум 3 часа, промывка водой после очередного включения. Я стараюсь быть объективным, поэтому расскажу и о положительных сторонах, которые частично пересекаются с отрицательным мнением, давайте перейдем к хорошему. Керамические жернова. Есть настройка температуры. Очень порадовала настройка носика под высоту кружки. Кофе получается вкусным и насыщенным. С капучинатором получается отличный какао или горячий шоколад. После очистки нет привкуса моющего средства, что не может не радовать. Не очень шумная. Фильтр воды для защиты от накипи. Очень понятно находятся все элементы управления. Возможно, вы станете или уже стали владельцем данной модели и поделитесь в комментариях с нами своим отзывом о кофемашине. Все лучшие цены на эту модель находятся в описании под этим видео. Очень надеюсь, что обзор был вам полезен. Буду очень признателен, если вы поставите лайк и подпишетесь на канал. До встречи в следующих обзорах. Всем пока!